что, поехали со мной, зайдем в Галамарт. Решила я прокатиться до торгового центра Возбесть. Сходим в Галамарт, посмотрим, что там дают. Глорию мне не надо. Шмоток я и в Турции набрала. Из вещей мне вообще совершенно ничего не надо. Я отоварилась на год вперед до следующей поездки в Турцию. Вот шариками так оформлено. Вариант. Тоже отдел с шарами. Ну а мы идем в Галамарт. Посмотрим, что тут дают. Что тут дают? Шарики для ванны бурлящие. 89 рублей. Гель для душа и шампунь. Видите? Типа макарон. Это соль для ванн. А где для душа? А, вот он. Такой наборчик 169 рублей. Прикольный. Девчонкам своим прикупить. Набор чистая линия. Крем и мицеллярка. Так, он стоит 119 рублей. А это набор подарочный, да? 229 рублей. Ну, тут опять же елки. Целая куча гирлянд. Гирлянды вообще даром. Смотрите цены. А эти? Вот их осталось чуть-чуть. Шарики 109 рублей. Такие вот. Он решал тебе нафиг или? Что-то меня нынче тянет все на белое. Вот такие шарики прикольные в форме желудя. 169 рублей. Какая красота. Шишки 119. Такой цветок. Вот Ася. 109 рублей. Кстати, недорого. В общем, куча всяких игрушек. Вот бусы тоже красивые. 229 рублей. Какая красота.
бусиков всяких полно. Я чуть не купил метро, я купил половинки. А, я тогда там другие листья. Вот эти бусы возьму. Мишура. Цены на дождик по 9 рублей, по 4 рубля. Ну, а тут всякие магнитики. Куча магнитиков всяких разных. Такие вот бычки. И тут всякие бычки. Набор посуды новогодней, всякой разной. Стакашки по 69 рублей в ассортименте. Магнитики мягкие по 89. Прикольные магнитики такие. Такие вот коровки. Что тут еще? Борода Деда Мороза. Ой, упала. Упала борода Деда Мороза у меня. Ой, она совсем маленькая. Вот такая вот, совсем небольшая. Три волосинки. Так, колпаки по 39 рублей. Этот уже подороже колпак, 159. Хлопушки. Хлопушки. Елочки маленькие. Такая елка 269 рублей стоит. Маленькие елочки по 79. Так, ну и тут куча всяких палочек. Ой, какие ободочки красивые. 229 рублей цена. За что? Ну и прогуляемся с вами. Вот надо мне их или не надо, кто знает. Вот до места 97 рублей. Наклеечки всякие разные. Купила бусы на елку. У меня красные бусы есть уже такие, но подкупила еще. И купила вот такую сковородку Сатоши фирма.
Диаметр 20 сантиметров. С антипригарным покрытием. Что тут еще? Ну вот, смотрите. И цена. Цена такой сковородки. 679 рублей. Вот мой эффект. Вот такие мои покупочки в Галамарте. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр.